Именно это событие сподвигло Организацию Объединенных Наций отметить этот день как памятный для всего человечества. 11 апреля ульяновцы собрались на площади 30-летия Победы, чтобы вспомнить о страшных событиях и почтить память тех, кто так и не вернулся домой. Среди участников представители правительства, городской администрации, общественных организаций, молодежь. У памятника взрослым и детям, погибшим и замученным в плену, собрались люди всех возрастов и званий. Присутствующие возложили цветы и почтили погибших минуты молчания. Мы не должны забывать, какую цену жизни, свободы и мирного неба заплатили наши жители России, тогда Советского Союза. Поэтому нам очень важно проводить уроки мужества. Но и традиционно каждый год в этот день, несмотря на любую погоду, мы приходим сюда, на нашу площадь 30-летия Победы, и возлагаем цветы. За годы Второй мировой войны через концлагеря прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов граждане СССР. Большая часть узников, около 12 миллионов человек, среди них примерно 2 миллиона детей, так и не дожили до освобождения. Об этом очень важно помнить, потому что это на самом деле страшно, что даже... Главное, чтобы такого не было в наше время, ведь люди, которые были в плену, им было очень тяжело переносить это. Память о тех страшных днях и событиях останется в человеческой истории. Она вечна. Главное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.